сегодня будет, короче, проверка. Сюда, сюда, как, какая тачка, какой город едет, и, в общем, с трафиком, потому что трафик будет здесь. Ничего себе, как он едет. Конечно, стандартную машину сразу надо поменять. Допустим, на Ибишу. Возьмем самую сильную тут, это демон, видимо. И коробку в реалистичную. Так, газы. Ну, тут, конечно, тут легко. Все. А, нет, я же не это хотел. Ну, в смысле это, но тут есть, смотрите, что еще. Поэтому сейчас поинтереснее. Тут легко забраться, а вот тут есть подъемы. Так, езжай, давай. Так. Так. Все. А, я почему? Я выключу машину. Все, да. Так вот. В общем, кто-то заберется. Всякие разные машины. Давай. Так, сколько градусов возьмем? Задний приводная сильная машина. По гравию потом. 60 градусов, но до верха не заехал. Будем пробовать несколько раз только для того, чтобы, если не заедет изначально до тут, до куда надо. Так, заднюю передачу. Один дублю, все. Не стоп. 7000, поехали. Погрузи. 10, 40 градусов. Хорошо. Ну, всех труднее зимы. Я не знаю, на мод как скачать зимние шины. Может, если кто знает, скажет, как это. Что я не знаю, вообще возможно такое. Что я зиму пробовал вообще ничего не съезжать. 40 градусов. Окей. 40 градусов. Что, будем записывать это надо. Кстати, скрипит что-то. Почему-то. Так. А, наверное, кстати, очень громко. Звук. Наверное, очень громко. Это, наверное, пипец как громко, да? Так, по траве. Ну, 55. Ой, до 60, конечно, не дошло. И это с тем учетом, что машина даже ни разу не переедет. Ну, на камнях смысла тут трогать нет на этой машине. Ну, а тут, естественно, она тут заедет. Чё, пацаны, на первой передаче даже. Всё, давай обратно. Ну, по асфальту, собственно, то же самое. Так. Хоп. Разве? Даже до второй можно. Ну, тут легко, чё она? Понятно, что машина создана для асфальта, ну явно не для бездорожья и вот такого снега. Вот это реальный гололед, конечно, вот эту вот надо снимать. Так, назад. Демон. Ну 40 еле-еле. Ну конечно, если, наверное, вот с конца то. Это отсюда, то получится. Так, стой. Да? Отойди, бот. Ну да, конечно. Но было бы странно, если бы тут не получилось. Ладно. Так, теперь что-нибудь интересненькое. Вот это вот мощный типа BMW или RSK, что это? Так. Давай. Тормозим. Так, ты нам что-то мешаешься? Катрал. То есть как у нее полный привод должен быть. Так, хорошо. Это для нее было легко. Газу. Ну надо выключить, кстати, стабилизацию вот эту, которая душит машину. И поехали. Грязи-то. На сколько градусов? 50, но не наверх. 60, но не наверх. Но все равно полуприводил делать свое дело. ТБС. Отлично.
Так, вторую. Первую. Ну, до конца, здорово. Так. Газик. Опять нормально. Ну, а тут, мне кажется, прям даже отсюда можно стартовать. Естественно, она зайдет полный привод. Мне кажется, полный привод тут решает однозначно. Так. Ну, по камням, естественно, смысла нет. Так, ну тут, естественно. Бам. Красиво повисли. Так. Опа. А, уже сразу так орехи включается быстро. Как выключить? А, все. Ну, тут даже на первую, то есть спокойно. Бам. Давайте посмотрим. Красиво. Так, ну и снег, естественно. Снег еще никто вот отсюда именно не покорил. Пока, ну, тестил уже перед этим, как он. Перед тем, как все это снимать-то. Ничего, никто, ничего. Потому что я не знаю, тут что надо иметь, сколько. Вот 50 градусов. Нормально. А чтобы реально заехать, это вот отсюда примерно надо. И то я не знаю, как можно, может какую-то резину, может там другую станет. Может что еще. Вот смотри, то есть только вот так. Хоп, там. Неплохо. Бам. Вот это лепеха. Жалко этого добряка. Кстати, она, кстати, поедет, да? Не, не поедет. Две машины. Вот, а что бы... А вот джип можно же попробовать. Давай краулер. Он везде все сделает, естественно. Даже сейчас без блокировок, без всякой фигни. Без всякого такого. Ну, легко. А он разбивается как? А, просто кабриолет становится, да. А, ну и дальше. Ну, почему-то себе так это и представлял. Так, ну, это, ну, тут даже разгоняться не надо. Как бы на первой передаче все делается. Там, ну, практически, кстати, стой. А если блокировку включить еще, получится или нет? Блокировка-то. Лучше, наверное, да? Ну да. Так. Поэтому, ну, естественно, тут не обговаривается даже. Стой, а если надо лоу включить было? Что-то не стал. Давай. Не. Что-то душака. Стой, нейтралочку. Вот, сейчас заедет. Да. У краулера не прикольно в этом плане. Ой. Стоп, а мы едем. А, потому что независимо, что друг от друга. Так, смотри. Стой, включи двигатель. Смотри, первое, нормально, так, вверху, опять вперед, сейчас будет зато по камням прикольно, не знаю, насколько тяжело будет машине, но, а вот так, хоп, по крайней мере, насколько туда заедет. Первое. Стой. Надо. И вот так вот. Стой. Да. Немного не то. Давайте попробуем. Так. Эрку. Сразу на третью.
Попробуем, ну сколько? 60. Практически. Газ убрал и все. Ну, тормоз нажал, все вот это вот. Творится безопасность, все упало. Ладно. Ну, понижает, конечно, сильно вообще понижает. А если попробовать вот на третий, вот отсюда прям. Заедет легко. Легче легкого. Оп, трюки. Это же BMG, типа, надо же разбивать. Вот оно понижает, конечно, ну, жестко. Типа до 30 всего лишь. Ой, сколько? Нет, 30-50, да, по-моему, тут. Оп. Оп-оп. Ну все, теперь самый тяжелый снег. Нормально. Все в порядке. А, по-моему, нам немного мешаете. Так. Ну, с трафиком просто поинтересней. Возле, ну, людно. Рка, НК, МК, Н3. Сейчас посмотрим, сколько. Полтос. Полтос зашибись. С такой маленькой скорости, считай. А если взять свой... Нет. Вот так вот. Так. Р. Ну, долго, наверное, просто разгоняться будет. Сам по себе. Ну да, да, то же самое. Все то же самое. Ну так нормально, любая вот нормально проходит. Ладно, попробуем такую тут, где-то была оффроуд. О, это будет интересно. Ну тут, естественно, мне кажется, вообще не обсуждается только все. А как у нее монокакут работает? Еще прекрасно. Так. Ну тут, конечно, сил сколько. И считай. А, вот тут есть М. А как мне сделать на S? Сейчас это реалистично. М. S. М. S1. А, ну сразу газу вообще очень много. Понял. Я думал просто, может, той машине. Ну, то есть тут так же вот делаешь просто. Ну тут сил очень много. То есть оно гребет, гребет, гребет. Так что, может быть, и есть победитель для зимы. Вон там он вообще чего пытается что-то тоже делать. Вот как внутри выглядит. Неплохо. Банка он это открывается. Ну, интересно все равно. Так, а это вот возможно еще проехать? Да? Ну, слишком низко для этого, но сил, конечно, достаточно. Так. Ну, это естественно. Даже не обговаривается. Оп. Оп. Газу, 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 газу. Чувак, ты немного мешаешься. Оп. М3, М4. Как трасса прям. Победитель наш будет. Наверное. В этой вот. Тут. Так. Рка. Нет? Нет, все равно зацепки нет. Не, все равно нет. По-моему, нет. Как бы не хотелось, а вот если М сразу. Нет, тут надо. М сразу, наверное, третью. Можно? Хотя вот М6. Опять же, пока он поэтому едет. Но нет, все равно это видим. Я не знаю, как, кто эту гору может взять. Какая-нибудь. Вот эту, давай попробуем. Может, возьмет ту гору-то. Мне самому интересно. Ну, типа,
Эти-то понятно возьми. Потом надо ему против ледяной горы. А, он так тяжело эту брал. Фига себе, странно. Я думал он это возьмет. Видишь, он как бы я даже газ не дал, он уже есть. Не, я просто думал, что он быстро это очухивается. А он что-то медленно. А, смотри. Выше всех, по-моему, даже, ну кто? По 60 был. Странно. Да. Ну, а, нет, это самое быстрое так-то тут. А что такое цепкое бы найти, которое могло бы? Если какой-нибудь длинномер вот отсюда. Жесткий длинномер. А, ну давай попробуем вот этот пик. Краулер он считает. Так вот, как-нибудь так вот. Но он опять он вот, не до высоких скоростей. Он медленнее не для этого. В любом случае. Давай даже если попробуем. Ну просто резинка, потому что такая. Не для этого она. Все падло. Вот все катится, катится. Не для этого, не для этого. Хотя если вот, кстати, вот так интересно заезжать с одной стороны. А, у тебя просто снесет. Блин. Да и не блин. А если вот потом какую-нибудь длинную, мне хочется вот этот вот. Раннер. Ну что себе представить нам? Так. Так, стоп. Думал, это какая-то штука быстрая. Он, по-моему, не очень быстрый. По крайней мере, не настолько, насколько я думаю. А, у него еще и привод задний. По-моему, нам это вообще не подходит, да? Я там машину расплюснула. Интересно, чего там. Ну, не. Так, ладно. Последний, давай попробуем. Самолет скачал. Что-нибудь такое? Что-нибудь длинное прям. Краулер, оффроуд, 4WD, там все дела. Ну, вдруг, да, там. Длинная. Затащит. Хотя не знаю, какие разогнаться-то тут. Давай назад. Ой, вперед. Ой, теперь назад. Так. Так. Теперь D. Так, так, так. Ну нет, нет, сколько не газуемо. Все так. Знаете. О бок. А, у нас ничего там это. Да. Проблема. А, ну я еще. Последнее, что попробовать можно, то вот это самое якобы быстрое, что ли, чё ли. Сейчас ножом как. Ну, тут вообще срывается место. Так, ты нам мешаешь маленько. Иди. Вот так вот, да. Вот если вот как так вот стать. Стальной. Да блин, вот опять мощности дофига, а сцепление вообще нифига. Это жалко, конечно. Что тут заехать-то может, я не знаю прям. Ладно, последний кругом это и все. Так, потому что тут понятно, что это ну, нетрудные, грубо говоря. Так, поехали.
Вот тоже так вроде хорошо идет, потом и все. Ну, типа крышу. Вот такие вот получились интересные подъемы. Вот, так что спасибо. Кто смотрел, посмотрит, кто будет смотреть. Всем пока-пока, собственно. Вот этот вот красивый сейчас будет. Оп, лепеха. Ну, хоть что-то, это же бимка все-таки, надо что-то красивое. А, ну, естественно, тут все легко забирается. Да. Спасибо. Пока-пока. Да.